только сюда поворот. Выбирай место. Можно было остановиться? Да. Ну, до автобуса, остановки там. Ну, убирай место для развернуть. А по развязке там нельзя развернуть? Давай по развязке, почему нельзя? Можно. Перестраивайся всегда желательно за светофором. Левый поворот, не зеркало обязательно. Все равно вот те, кто едет правее, хотя у нас и своя здесь полоса, вот мы выезжаем, даже сверху видишь, 4 полосы появились. Перестраивайся, пропускай тех, кто справа, но там никого нет, давай быстрее, раз, то мы на Ленина уедем. Мы же всего лишь развернулись, значит, соответственно, нам нужно опять на проспект выехать. Правый ряд выходи с газом, зеркало смотри, автобус стоит. Вот. Всегда здесь желательно ехать по правому ряду, чтобы не блуждать по полосам. Тут правый поворотник, зеркало, никого нет, с Горького никто не едет. Нет, все. Ты все и по своей полосе поедешь. Паша, видишь, здесь полос нет, и поэтому начинаются гулянки. А ну теперь, друг мой юный. Внимательно на знаки смотрим. 40. Да. Внимательно смотрим на знаки. Что еще? Остановка запрещена, да? Ага. Где ты хотел остановиться? Вот. За вот этой вот стояночкой, да? Тем более здесь, видишь, бордюр. Здесь даже бордюр торчит. Это кто-то импровизировал. Конечно, это не регулируемый перекресток, это улица Гаражная, по-моему. Все, и за ней уже можно останавливаться. Понял? Да. Запомни раз и навсегда, что там знак стоит. Левый ряд перестройся. Без поворотника, без ничего ты остановился. Поехали, выбирай место для разворота. Нам повезло, что никто не посигналил, в плане не вышел и по ушам нам не надавал. Можешь высовываться и смотреть. Смотри, тебе видно, мне не видно. Что там? Нормально? Нормально. Я тебе смотри, пойду сейчас гаврики. Все, разгоняю машину. Только смотри, мы каким-то чудом в левом ряду оказались. Так получилось. Так получилось, это 3 балла, да. То есть мы, по всей видимости, шли в правый ряд, а оказались в левом ряду. Какой знак ты видишь? Твоя остановка запрещена. Остановка запрещена, да? Да, а я остановился.
ну, знак где? Здесь. Вот, давай мне скажи, где можно остановиться. После перекрестка. После перекрестка. Давай посмотрим, где перекресток. Там нагнул, как будто, я не знаю, как будто ты повелитель дорогу просто ехал, тупо остановился, без поворотников, без ничего. Да, что в течение там, ой, за 10 минут ты две ошибки допустил серьезные, да, по месту остановки. Оказалось бы, ездить ты умеешь, вроде смышленый. Все это невнимательность.